Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас, как всегда, приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Crystal. Данный индикатор является сигнальным и представляет собой локальные линии поддержки и сопротивления. Сигналы данный индикатор генерирует за счет закономерностей, которые он собирает и анализирует на истории за прошедшие годы. И по заверениям разработчиков, данный индикатор способен приносить 80% положительных сделок. Также не лишним будет сказать, что данный индикатор является платным, но на нашем сайте его можно скачать бесплатно. Использовать данный индикатор при желании можно и на крупных таймфреймах, но лучшим вариантом будет использовать его на минутном и пятиминутном графике с экспирацией в одну свечу от текущего таймфрейма. Все настройки в данном индикаторе в основном касаются визуальной составляющей. Поэтому после установки индикатора в терминал MetaTrader 4 и добавления его на график, настройки остаются по умолчанию. А теперь давайте посмотрим на график и разберем правила для входа в сделку. Правила у данного индикатора максимально просты. При появлении поддержек открывается опцион Call. И таких поддержек может появляться очень много, так как они формируются на коротких промежутках. И соответственно при появлении сопротивлений открываются опционы Put. Сопротивлений также может быть много. Для совершения сделок по данному индикатору есть два варианта – агрессивный и консервативный. Агрессивный вариант подразумевает совершение сделок до того момента, пока не появится обратный сигнал. К примеру, на данном движении, после появления сигнала на опционы Call, нам пришлось бы открывать сделки на каждой свече с экспирацией в 1 минуту, вплоть до того момента, пока не появился бы обратный сигнал. А обратный сигнал появился у нас в данном месте. И как можно увидеть, на данном движении очень много свечей, которые закрылись бы в прибыль. И по сравнению с обратными свечами, прибыльных было бы намного больше. Но при попадении на флетовый участок такая стратегия может принести наоборот намного больше убытков, чем прибыли. Поэтому если вы не умеете определять тренд максимально точно, то лучше использовать более консервативный вариант торговли. Его суть состоит в том, чтобы открывать одну сделку на один сигнал. Соответственно, в этом же движении мы бы открыли одну сделку здесь и одну сделку здесь. А потом уже открывали обратную сделку после этого сигнала. И в таком случае мы имеем меньший риск при очень хорошей прибыльности. И теперь, чтобы закрепить данное правило, давайте попробуем совершить несколько реальных сделок на реальном счету по консервативному методу и посмотрим, что из этого выйдет.
Как можно было видеть, мы совершали сделки на одном участке при последовательных сигналах. Из 4 опционов 3 оказались в плюсе, причем в последнем пришлось увеличить размер сделки. Но не стоит применять правила Мартингейла, если вам этого не позволяет депозит, так как в данном случае можно было просто совершить больше сделок, но с тем же объемом. Ведь если сильно нарушать правила money management, то можно очень быстро потерять весь депозит. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить в дальнейшем полезные обзоры стратегий и индикаторов. Желаем успешной торговли!